Так, ну, персонажи сказочные. Бабку-юшку я сфотографировала с Кощеем, который над Златом чахнет. Дальше идем, и здесь голова богатыря. Весь не поместился. И кафе какое-то. Это вот, наверное, тот кот ученый, что ходит по цепи кругом. А людей, да, от людей никуда не денешься. Зайка с морковкой, песик с косточкой. И, насколько я понимаю, все это деревянное, наверное. Но отфотошопленное, в смысле покрашенное. И это вообще какая-то чудовая игрушка непонятная. Пещерный человек. Избушка на курьих ножках. Не, ну, конечно, тут красотень. Это, наверное, дедушка Эхо. А начиналось все с паучка Ананси. Еще одна бабушка с волшебным шаром экстрасенсорным в руке. Видимо, вечером он горит и предсказывает судьбу. А этот с бутылкой кролик, вот как-то, ну или это фонарик у него, или это бутылка у него, тут вот какая-то пьяная крыса. Ну, почему нет, имеет право на существование. Дальше гриб. Это уже из какого-то мультика. С бородой старый, никто не нашел, выжил, ну вот руку оторвали одну. Инвалид, и там тоже фонарик. Видимо, это все вечером очень красиво иллюминирует, но до вечера мы тут не догуляем. Царевна лебедь с фонариком башку вкрученным, как вкрутили, вот так и держится. А дальше мишка, сейчас людей пропустим как-нибудь. А, все-таки туда наверх можно как-то подняться. И мишка. Мишек меня любят на канале. Мишка с мёдом, с бочкой мёда. Для детей тут, конечно, рай. Они тут бегают, прыгают, им тут нравится. Туалет платный. И с этой стороны голову посмотрим. Красотень.